Под прицелом распылителя с раствором хлорамина все места, которых касается человек. У вирусов и бактерий ни единого шанса. В Самарском районе более 1500 многоквартирных домов. На регулярную санобработку подъездов каждую неделю только одна управляющая компания тратит порядка 200 литров дезинфицирующей жидкости. Для здоровья человека она опасности не представляет. У нас ежедневная обработка подъездов, лестничной площадки, перил и входных дверей, все это мы обрабатываем, да, раствором. То есть мы обработали, закрыли там, в течение 15-20 минут можно уже ходить спокойно, все-все-все. Но инфекции уже там нет, никакой причем. Продезинфицированные подъезды – ответственность управляющих компаний и товариществ собственников жилья с первого дня введения особых мер в связи с пандемией в регионе. Работы предприятий контролирует районная администрация. Для этого налажена линия приема обращений граждан по вопросам и жалобам. При каких-то выявленных замечаниях мы своевременно информируем управляющие компании для принятия должных мер. Ежедневная обработка места общего пользования – это очень важное мероприятие. Это напрямую касается защиты здоровья граждан. В отличие от парков и скверов, дезинфекция подъездов не прекратится в городе и с наступлением холодов до заветной даты окончания пандемии. Гульфия Сафина, Сергей Баскин. События.